В маленьком, но уютном клубе мужества, откуда вышли многие ульяновские мастера дзюдо и самбо, очередная тренировка. На татами спаррингуют ветераны дзюдо. Вот эту ногу положи. Вот сюда. Да-да-да. Все они готовятся к первенству России, которое во второй раз в своей истории пройдет в Ульяновске. Ранее этот турнир наш регион принимал 3 года назад. Теперь в гости ждут 1500 гостей, в том числе из 4 стран ближнего зарубежья. Будет проводиться в Волгоспорт-арене. Будет грандиозное открытие. Это будет действительно шоу. Будет царить нужная для ветеранов должная атмосфера. На правах хозяев ульяновской команды будет самым многочисленный. 25 представителей областного центра плюс еще 8 из Димитровграда. Они постараются перекрыть результат 3-летней давности. Тогда хозяева татами 6 раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. У нас есть группа ветераны дзюдо-самбо. Мы все переписываемся, собираемся. Все, тренировки у нас 2 раза в неделю на ковре. Футбол, ФП, это все прямо согласовано. К этим соревнованиям мы готовимся очень серьезно. Самый опытный в областной команде декан факультета физкультуры и реабилитации УЛГУ Владимир Вальцев. Ему 62, но свою жизнь он не мыслит без спорта. Играет в хоккей, бегает в марафоны, участвует в различных физкультурно-спортивных фестивалях и, конечно, борется на татами. Занятие спортом, преодоление себя, а преодоление себя позволяет всегда сохранять себя в хорошей физической форме, быть уверенным, здоровым, сильным. Первые поединки ветеранского первенства страны по дзюдо состоятся в Волгоспорт-арене утром, в субботу, 20 августа. Торжественная церемония открытия в 5 вечера. Вход для болельщиков на трибуны Ледового дворца бесплатный. Михаил Сашанский, Полправда ТВ.